Маленькое дополнение к видео про Жанну Фриске. Я совсем забыла разобрать карту ее мальчика Платона. И вообще я бы сказала, что он и папин, и мамин сыночек. Вот он родился 7 апреля. То есть он семерка по рождению, он семерка по центру. Это отсыл таки к энергиям Шепелева, которая является семеркой, и семерка в талантах у Жанны. У него стоит 4 в талантах, это опять же 4-я энергия его отца по центру. То есть вот детки, да, детки, они очень хорошо приходят именно по энергиям родителей. То есть это мальчик будет очень быстрый, очень такой, знаете, карьера-ориентированный. Но это я говорю про плюсовые, опять же, его проявления. У него стоит 15 в талантах, то есть и 11-я энергия, которая у отца у него в минусе. То есть для него главное все-таки не скатиться в какие-то темные истории и проявить себя. У него стоит в хвостике 6-5-17, то есть, в общем-то, знаете, у него, то есть в прошлой жизни душа не проявила какие-то очень звездные таланты, и при том, что он из такой семьи, я думаю, ему было бы очень успешно заняться чем-то вот таким, но у него стоит 13-я энергия на входе в денежный канал, 19-6, то есть я бы предположила, что у него могла бы быть связь с шоу-бизнесом, но именно в качестве какого-то продюсера, какой-то такой твердой руки, потому что у него стоят 4-7 энергии. То есть ему нужно заниматься чем-то вот таким, ну, не открыть свой первый канал, но что-то типа того, то есть не самому плясать и прыгать, а делать что-то вот такое. Причем по первому предназначению у него стоит 21, 13 и 7. То есть 21 – это, да, медийность, 13 – это вот тот знак, про который я говорила, что он может быть у бизнесменов, принимающих острые решения, у вот продюсеров просто идеально. То есть я бы у него видела вот такую какую-то карьеру. Причем у него в общем предназначении стоит 12-я энергия. То есть это человек, который помогает людям, но не в ущерб себе. То есть ее я видела у Карелина, там еще у кого-то из наших персонажей. Ну вот для понимания, да, что это должно быть. То есть благотворительные фонды, возможно, опять же, по таким энергиям. Какой-то, да, кстати, благотворительный фонд было бы идеально. Все-таки какая-то такая вот прям медийность у него однозначно будет. У него сейчас стоит 19-я энергия, 6-я в зоне финансов и прочего. То есть у него 19-ка еще раз дублируется, то есть объем на большие массы такой. И по 21-й энергии он себя будет проявлять вот, по детско-родительской карме как очень такой медийный мальчик. То есть вот у него бы я предположила, что будет что-то такое. Тем более, что 17-ка у него идет из рода матери. Она дублируется, ну, в то же время из рода отца тоже она у него присутствует. То есть главное по его карте, вот если разбирать карту детей, ему по семерке выводить ее в плюс, то есть много двигаться, но не идти к цели по головам. У него стоит 4-я энергия, то есть ему нужно делать свое дело, но опять же быть не тираном, а вот таким вот именно крепкой опорой. По 11-й не проявлять агрессию, быть таким несущим красоту и не жалеть о своем выборе, не дергаться по любовным таким похождениям, все-таки а выбрать какую-то свою одну направленность, там желательно построить крепкую семью, это опять же к 4-ке и к 6-ке тоже, и по 19-кам, возможно, даже семья была бы многодетной. То есть вот такие какие-то посылы, то есть я бы его видела каким-то прикольным продюсером, если честно, либо, да, не знаю, основателем какого-либо центра, потому что звездность она есть. То есть вот что по карте сына Шепелевой и Фриски. И еще, кстати, у него стоит 14-я энергия в зоне, как на него будет воздействовать родители и семья. И вот в плане вот этого дерготни, которая была между отцом Фриски и самим Шепелевым, вот это как бы очень важно. То есть для ребенка, вот тут очень важно, ну тут можно и без карты сказать, но типа для него это будет вообще очень архиважно, чтобы было именно мировое соглашение, чтобы не было вот этой дерготни. То есть 14-я энергия – это карта умеренности, это карта баланса, чтобы баланс был найден, и он как бы объединил все это по 21-й энергии, то есть принес какой-то такой вот именно баланс в эти отношения и умиротворение. Также у него много пятерок, то есть он вообще, в принципе, будет учиться и передавать знания из 16-й энергии, то есть нести какую-то духовность, но это уже будет после 40 лет, тут как бы загадывать далековато. А вот по первому предназначению, да, то есть это может быть как бы очень такой уверенный в себе мужчина, строящий карьеру и принимающий такие острые резкие решения. Вот опять же 13-ка, которая шла и у совместимости у Шепелева с Фриски и у деда его, как бы вот она, пожалуйста, то есть все энергии, они не берутся из ниоткуда, они берутся из неотработанных карт, как бы наших предков. За личными разборами, конечно же, пишите в WhatsApp,
Ну и подписывайтесь на канал, я буду периодически выкладывать новые интересные разборы.